Сегодня мы с вами поговорим о вот этой пластиковой штуке. Это водительское удостоверение. Выдается оно на 10 лет. Его нужно всегда носить с собой. И по истечению срока действия водительского удостоверения его нужно менять. И, как правило, многие автолюбители просто забывают сей факт и уже слишком поздно начинают шерстить поскорее информацию в интернете, как поменять эти права. И в интернете вы найдете теорию. Что нужно сделать? Поменять права можно тремя различными способами. Через госуслуги, МФЦ и ГИБДД. На госуслугах, например, подаете заявку, выбираете день посещения МФЦ или ГИБДД. Можно и без госуслуг. Тогда вы подготавливаете документы, приезжаете в ГИБДД, берете талончик, занимаете очередь и ждете. Долго ждете. Можно также и через МФЦ, тогда вам долго ждать в самом здании не придется, вас просто пригласят на другой день. И, как правило, пластик готовится от 1 до 2 недель. Какие документы нужны? Записывайте. Заявление на смену водительского удостоверения, паспорт, старое водительское удостоверение, медицинская справка по форме 003 ВУ, медицинская справка от нарколога и психиатра, а также квитанция об успешной оплате госпошлины. Звучит на самом деле несложно, так ли это просто? Поможет нам разобраться сегодня человек, которого мы так долго ждали все в дорожных ситуациях, наконец-то снова, ну, по крайней мере, я это очень ждал. Полина Громова, Полин, привет, подходи, пожалуйста, в кадр. Слушай, есть же информация, что правительство в апреле этого года те водительские удостоверения, у которых заканчивается срок действия с 1 января 2022 по 31 декабря 2023, продлевает такие права на 3 года. Я знаю. И у тебя такие права как раз я и есть. Я знаю. Почему? У меня закончились в августе. Почему ты решила... Давай я сейчас, вот, чтобы тебя лучше было слышно, сниму микрофончик. Давай. Почему ты решила вообще вот сейчас свои права поменять? Потому что я человек дела. Надо, значит, надо. Надо менять сейчас. Зачем ждать 3 года? Все равно придется рано или поздно это сделать. Только поэтому. Ну, фотку у меня еще не грозит. Он просто знал. Он хотел, чтобы я это озвучила. Фотку мне не очень на правах. Мы обязательно покажем фотку. Ты поможешь мне разобраться с этим всем? Я сейчас сама буду разбираться. Я знаю, значит, что по адресу Урицкого, 83, это Истринская областная клиническая больница, медкомиссия. Первое, что нужно сделать, это пройти медкомиссию. Да? Да. Да. Получить справку 003 ВУ. Конечно, потому что я буду на госуслугах, но это уже потом. Угу. Это потом. Мне нужна сначала эта справка, чтобы я, соответственно, загрузила ее чтобы на сайте. Чтобы у тебя был достаточный список документов, которые нужно подать. Поэтому мы сейчас отправимся на Урицкого, 83. 3 раза в неделю там проходит медкомиссия. Это вторник, четверг, с 2 до 4, пятница, с 1 до 3. И еще каждую первую и третью неделю месяца с 9 до 11 это выучила. Я в шоке, как ты это выучила. В голове уж теперь держатся такие цифры вообще. Вы должны тоже выучить. Если у вас сейчас пришло время менять права, то тоже выучите это. Слушайте, ну если Полина выучила, у вас точно получится. Пошли. Максим с Машей. Всем привет. Казалось бы, что могло пойти не так? Друзья, только что стало известно, что мы приехали не туда. Не Урицкого 83, это старая информация. Нам нужно в новую поликлинику на улицу Спортивная. Мы сейчас туда отправляемся. Итак, мы заходим в новую больницу, видим регистратуру, раздеваемся, снимаем куртки и поднимаемся на 2-й этаж. Я номерок взяла. Кого? Номерок. Не знаю. Что, серьезно? Никто не взял за меня номерок? Нет. Я представляю себе, как поддерживаю на их эмоции паники на этом видео. Разобрались с номерком, поднимаемся наверх. Дальше нам нужно выбрать путь. 200 какой? 21. Это туда, по-моему. Да, мы не ошиблись. Мы видим прямо по курсу отделение платных услуг. Вы-то нам и нужны. В следующем коридоре мы поворачиваем налево и видим перед собой... Мы видим заполненный коридор из таких же умных людей, как мы, которые пришли чуть пораньше. Итак, мы ждем. 2 минуты, 3, 5, 10, 12, 15 минут. Давай с тобой поставим ставки, сколько мы здесь будем стоять, ждать. Уже? 15 минут.
еще, надеюсь, две, а по факту будет две по 30. Надеюсь, что две, и мы пойдем отсюда, хотел сказать. Да. Мы здесь уже сколько, 40 минут, и ничего не происходит, абсолютно ничего. И у меня сейчас непреодолимое желание уйти отсюда. А я ее не пускаю. Почему? В моей передаче не хочешь? Довести дело до конца. Я хочу довести тебя до гнева. Я уже близка. Смотрите этот сюжет через 2-3 года. Все, мы не выдержали, поэтому отправляемся отсюда, далеко, ненадолго. Сейчас будем решать, что делать. Мы прождали целый час, и нас это абсолютно не устраивает. Очередь вообще не двигалась с места, вообще, от слова совсем. То есть люди проходили по кабинетам, те, кто оформился в 221-м. А мы не могли попасть в 221-й, потому что очередь не двигалась вообще. В общем, час потерянного времени. Когда мы только пришли, мы что увидели? Мы пришли в 2 часа дня. И мы пришли в 2 часа дня. Ровно к открытию. В отдел платных услуг. И отдел платных услуг уже был забит полностью людьми. То есть мы пришли поздно. К началу, но поздно. Следовательно, есть вариант прийти в отдел платных услуг бесплатной больницы. На час или лучше даже, я бы сказал, на 1.5 часа. Раньше, занять очередь. Занять очередь и встать. И чтобы в 2 часа уже начать проходить врачей. Но это не вариант. Вообще это не особо наш вариант, поскольку я понимаю, что мы очень много времени теряем зря, по факту. У нас много работы, и мы не можем себе просто позволить такое. Поэтому есть вариант пройти платно. Есть вариант пройти платно, но нарколог и психиатр. Их нужно обязательно проходить по месту жительства. То есть платно, даже платно, мне эти услуги не окажут. Угу. Ну, собственно, надо уточнить. Это мы сейчас уточним и покажем, естественно, вам. Администратор Виктория, слушаю вас. Виктория, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а у вас же можно пройти водительскую медкомиссию? На какую категорию? Б. Психиатра и нарколога вы проходите по месту пребывания, это городская поликлиника, ага. А офтальмолога и заключение терапевта у нас. Ну, предварительно, значит, приезжаете, оплачиваете бланк, ага. Там его выдают и туда проставляют уже в городской клинике психиатра-нарколога. И далее допроходите офтальмолога и заключение терапевта. Ага, получается. А сколько стоит у вас эта справка? 3650. 3650, поняла. Она тебе сказала, они выдают тебе бланк, в который психиатр и нарколог получают, вписывают свои данные, следовательно. Тебе не нужно стоять в первый, в 221 кабинет, в который мы стояли час. То есть ты думаешь, что не нужно? Я уверен, что не нужно. Психиатр выходит из своего кабинета и говорит, ребята, те, кто не заходили в 221 кабинет, без карты ко мне не заходите. Да. Но сейчас мы поняли, что в платном медицинском центре нам эту карту выдают. И мы с этой карты можем спокойно, минуя 221 кабинет, пройти к психиатру и к наркологу. Угу. То есть тем самым мы экономим. А бабки-то когда нас. Ведь бабки плати. Ой, прошу прощения, буду нормальным языком разговаривать. Нам же нужно заплатить за услуги. Да. И я так поняла, что тоже в 221 кабинете. Как мы заплатим за нарколога и психиатра? Миша говорит, не надо будет, наверное. Платить, да. Вот, понимаете, столько вопросов и никаких ответов. Мы бы получили ответы на эти вопросы, если бы у нас было 5 часов свободного времени постоять в очереди. Да. Надеюсь, у вас такое время есть. Ну, как минимум, мы поняли одно. Для прохождения вот таким образом, который мы выбрали сегодня, нужно однозначно брать выходной день. Да. Вот прям забивать выходной помните, день. Помните, что первая и третья суббота каждого месяца... Выходит афиша из ТРФ. Привет всем зрителям из ТРФ. Это... Нет, воскресенье, кстати, почти. Первая и третья суббота месяца здесь тоже проходит, прошу прощения, водительская комиссия, поэтому, в принципе, можно прийти в субботу. Когда придет еще больше народа, потому что выходной день. Замкнутый круг.
2 days later. Ну что, у нас попытка номер 2. И сегодня мы отправляемся в поликлинику к часу дня. За час до того, как начинается водительская медкомиссия. Мы сделали правильные выводы. По нашему мнению, мы сейчас посмотрим, насколько они правильные. Не знаем, что нас ждет. Очень сильно надеемся, что это наконец-то сдвинется с места. Да. Итак, мы снова заходим, снова видим регистратуру, снова снимаем курточки, надеваем бахилы, не забываем номерок, самое главное, и направляемся на второй этаж. Ой, спасибо, Максимус. Номерок взяла? А? Номерок. Какие-то надела? 42. 100. И снова второй этаж, снова отделение платных услуг. Мы готовы выложить свои денежки, лишь бы все получилось. Максимус теперь пропускает Мишаню. А мы идем. Что мы видим? Народ есть, но его меньше, это уже хорошо. Замечательно, прекрасно. Так, за кем мы? Так, выяснили, какие мы в очереди, где-то, наверное, 13-й, да? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Что, много народу? Ну, лучше, чем в прошлый раз. Лучше, да, конечно. Мы, по крайней мере, видим кабинет, видим вход. И очередь движется. Это самое главное. Что-то ребятки там делают. А я все жду. Ногти грызу. Что же еще остается? Все равно нервозно. Я седьмая, молодец. Ну, мы наконец-то увидели график работы заключения договоров. Мы теперь все знаем. Можно приходить раньше. Это медкомиссия проходит. С 2 до 4. Наконец-то я зашла, села. А дальше? Без комментариев, одни эмоции. Алина. Что случилось? Что такое? Там туалет. Ты потерялась. Час мы потеряли в прошлый раз. Сегодня мы потеряли... Еще час. 40 минут где-то примерно. Ну, еще час. Ну, меньше, ладно. Чтобы мне она не сказала, что все, мне надо проходить дедовские. Я ей говорю, сейчас же одна больница. Зачем вы ее тогда мне теняли? Она мне говорит... Нет, вы привязаны к дедовску. Она открыла вот эту страницу в паспорте, где написано, что я из Снегирей. Так, нет, друзья, вы не думайте, что мы какие-то лохи, как Миша. Ладно, не так. Дело в том, что мы, конечно же, предполагали, что такое может произойти, поскольку я привязана к дедовской поликлинике, я всегда хожу в дедовскую поликлинику, но... Сейчас больницы объединились. Теперь у нас не две разные больницы, а одна Истринская областная клиническая больница. И насколько мне известно, сейчас я могу посещать врачей там, где мне удобно, в любой поликлинике, неважно, это Истра, Дедовск. При этом мне сейчас говорят, что я не могу пройти медкомиссию. Кстати, мы же проходили медкомиссию 10 лет назад. Так я же тоже в Дедовск не ездила. Я все в Истре прошла. 10 лет назад, когда еще даже не было объединения больниц. Какая им разница за деньги? За деньги это какая им разница? Я тоже не понимаю. Нет, она сказала, что нарколога и психолога обязательно по месту жительства. Но я спросила, из всех врачей? Она говорит, из всех врачей. Только по месту жительства. Окей. По месту жительства. Но у нас одна больница и одна база, где... Ну, одна же база, логично, что у нас одна база, где пишут, псих я или не псих. Главная задача прохождения психиатра и нарколога... По месту жительства, да, почему по месту жительства? Состоит в том, чтобы узнать, состою ли я на учете у нарколога или психиатра. Тем самым справка, которая мне нужна от этих специалистов, заключается в том, чтобы в этой справке было написано «меня здесь нет, я ни разу не был психом и наркоманом». Я не понимаю логики. У нас одна больница, общая. База там просто одна. Тогда непонятно, для чего в принципе нужно объединение больниц. Для того, чтобы сделать общий бюджет,
Ну, в деньгах дело тогда, это единственное, что может тогда иметь смысл в объединении. Потому что даже если база у нас не одинаковая, проходить нужно по месту прописки. Я Громова Полина Викторовна, 94-го года рождения. Заявляю, водительскую медкомиссию я проходить не буду. И права не буду менять еще как минимум года два. У меня есть на это время, у меня есть на это полное право. Поэтому я буду ездить со своей старой, отвратительной фотографией. Все равно ее никто не смотрит. За все 10 лет меня остановили, 10 максимум. И то, мне кажется, фотографию они явно не вглядывались. Они смотрели на меня. В общем, я заявляю, что права я менять не буду. Точка. Потому что я человек дела. Надо, значит, надо.